Опять же, от человека зависит. Если человек кузнечный, да, то у него иногда прохрустывает от верхнего, самого первого позвонка, до чуть ли не до третьего, четвертого грудного, вот до сюда. Для этого нам нужно голову отложить чуть-чуть назад, то есть растягивать грудь по диагонали, видно, да? Но голова должна была сначала вот там, чтобы было видно. Да? Ну, для профилактики вообще, в принципе, симметрии не делаем, да? Но если прям осложнение, то в ту же сторону и поворачиваем шею. Держимся за череп плотно вот так, да? Вот прям где сосцевидные отростки, за ухо, за скулу. А голова лежит вот на уголке вот этой скулы. Видите, ну, такой есть момент качания. Да? Держим и тянем уже на себя, тракцию делаем. А этой рукой в обратную сторону. Вот эта рука как раз у нас закрепляется крепко. Вот на верхней, да? Не знаю, сделаешь? Если не боишься. Вот я ее отвлекаю, вот этой рукой потряхиваю, говорю, самое главное это плечо. Плечо расслабляю. Думаю, плечо, плечо расслабляю. Ой, отлично. Ой. На самом деле там все. Перезвон. Да. Или бывает это гораздо легче, когда вот полностью вам человек расслабился, отдался. Просто тяните, тяните, даже не нажимая, у него уже само чик-чик-чик-чик-чик. Вот. И второй немножко момент движения. То есть мы тянули сюда, по, опять же, по спирали, да, вот так вот, диагонально. Но если мы почувствовали рукой, что не дохрустили верхний атлант позвонок, да, то тогда еще дополнительно вот туда доворачиваем. То есть вдоль. Вращение перпендикулярно оси позвоночника. Вот это еще раз дополнительно. Так, ложимся обратно. Уже боится уже. Тем более, когда ты пацан. Я и держу. Не убежал, что? Расслабься, А это уже тяни. Рукой не стой. Немножко, да, немножко не на скуле. Побольше. Вот тут, да. Держу. Что-то было. Там видно. Я вот так тяну или вот так вот? Сюда прямо, то есть ровно. Что-то одинаково показал. На себя я с поворотом. С поворотом вот туда. Ой-ой-ой. Не вот так получается. Нет, не сам не наклоняйся. Вот так, да? Да. Вот так. А это не держи, а от себя. Это просто ты держишь от себя на растяжение. Вот так. Да. Вот, растянул, да. И второй момент. Напряжена. Не бойся, я тебе плохого не сделал. Просто еще не понимаю. Ты как-то боишься. Ну, эту держишь. Вот я же и с этой стороны могу. Видишь? Ты, вот, ты вот я вот боюсь. Но она напряжена. Ну, им тоже. Вот. Это держишь рукой. Это вот побольше на скулу положили. И вот от себя, вот туда. Боишься? Ой. Вот. И доделай, просто чтобы закрепилось. Второй момент движения. Первый это на растяжение, да? А потом верхний позвонок вот так чуть-чуть. В бок. Вот так. Сюда, да? Да, так волосы скользят у тебя. Ты держись за шишки головы. Вот определенно там есть выступы, да, чувствуй. За них. Да, шланг за волосы.